следующем видеоролике свои таланты продемонстрировала уже не городская, а сельская собака. Мобильному репортеру из Аскисского района удалось снять пса-строителя. По всей видимости, сторожевого пса не устраивала его деревянная будка. И собака решила построить себе жилище из кирпича. Пошла будку строить. Надо его поднять. Раствор. Дайте раствор. В течение нескольких минут четвероногий строитель играл со своим стройматериалом. Затем, поняв, что с одного кирпича будку не построишь, решил его сгрызть.